Как делишки, ребятишки, с вами снова я, если не сегодня, вместе с вами мы будем продолжать наше, ну, так скажем... Чи-чи. Будем продолжать самой суперской мега-лазерной, которая все умеет в Майнкрафте делать, вообще геймерши. Ты геймерша? Геймерша. Геймерша? В чем ты геймерша? Я все умею в Майнкрафте. Что ты умеешь, например, что ты умеешь в Майнкрафте? Как со свиньей убивать она умеет. Я умею все. Хватит толкаться. Ты подвинься. Да куда подвинься? Я уже как бы в комп уже тут ударяю. Да твою. Аккуратно! Тихо. В общем, как вы уже понимаете, это вторая серия с кем? Самый крутой геймер. Ну, хотя бы уже не с Нубиком в Майнкрафте, она уже знает хотя бы, как убивать свиней, как она сказала. Катюхой! Мы зашли вместе и посмотрели на предыдущие серии, сколько же вы лайков поставили, потому что у нас было условие. Если мы наберем 30 тысяч лайков, выйдет следующая серия, где я буду учить нашего Нубика в Майнкрафте выживать. И мы зашли, посмотрели, сколько там лайков было? Больше 50 тысяч. Это просто шок. Больше, чем 50 тысяч лайков. И мы на самом деле просто охренели, сразу же побежали записывать серию. В предыдущей серии Катька согласилась записать серию «Замороженку», а в этой за что? Ну, давай за... Булочку. Да. За булочку, да, вот. За булочку. И за лайки, ребятки. Если мы наберем 30 тысяч лайков прямо сейчас, если не поленишься и поставишь лайкусик прямо сейчас, и мы наберем 30 тысяч лайков, то мы сразу же побежим записывать следующую серию. За булочкой-то. За булочку и за булочкой тоже. В общем, Катеридзе, бери мышку в руку. Давай. Опа. Бери все остальное в руку, что у тебя тут есть. Под рукой, в руку бери, быстрее в руку. И в этой серии у нас будет задание с тобой. Знаешь, какое задание? Ты уже, как ты сама сказала, профессионал в Мунцруфте. Не Майнкрафт, а Мунцруф. На моем канале называется Мунцруф. Да, в курсе я, ну. Тебе... Все, я все знаю. Ты все знаешь. Тебе нужно построить свой первый дом в Майнкрафте. Мунцруфте. Первый дом. Как ты видишь, мы с тобой уже немножко добыли нужные нам предметы. У тебя есть дерево на каком-то там на 7-м слоте, на 8-м доске, на 9-м у тебя печка. И печка, булыжник есть. Вот. И тебе нужно сделать дом. Знаешь почему? Потому что ночью придут злые сволочи, которые будут у тебя... Ай! Ясно. Жрать тебя будут, так же, как и я. Живодерша, значит, да? Строим дом, где мы будем с тобой жить. Потому что мы с тобой бомжи в данный момент. Ты хочешь быть бомжом? Я не хочу быть бомжом. Выбрать место. А ну какое место тебе нравится? Вот тут тебе. У моря? Ну это просто болото какое-то. Дом у болота. Я дом... Фиона буду. Фиона? А ты Шрек. Я твой Шрек. Вот, значит, вот эта местность, да? Подкрутись вот тут, да? Ну, вот тут, да? Где мы сейчас стоим. Тут два, тут три болота вокруг, да. О, слушай, вообще замечательно. Вот у тебя есть предмет. Ты можешь начинать уже даже строить домишку свою. Ну давай начинай строить. Ты уже про в Майнкрафте, я как вообще отхожу, можешь сама все строить. Вот как ты представляешь свой дом? Строй. Я буду сначала фундамент строить. Я травку уберу сначала. Ты туда говори, ты не мне. Я травку уберу сначала. Два, три, четыре. Давай. Да все, хватит. Чё? Куда такой огромный дом, Катя? У нас столько ресурсов нету. Так, я фундамент достроила. То есть ты думаешь, что это нормальный такой дом будет, если... Сколько тут? 4 на 5 блоков. Я помещусь, я же маленькая. Потом, как бы подожди, а то, что мы с тобой вместе будем жить, ничего? Мы строим еще один дом рядышком. А почему еще один дом, если мы можем вот этот просто немножко расширить? Ну, смотри. Твою мать! Что происходит? Что происходит? А, Кать, ты немножко по сторонам нужно оглядываться, потому что крипер к тебе подошел, чуть сраку тебе не подорвал. Такого не может быть, сейчас не ночь. Ты меня опять троллишь. Так ты не видишь, что там лес? Он просто мог там в тени где-то спрятаться. Ну, подожди, а что я мог сделать, если крипер за тебя подошел? Вот, он тебя взорвал. Не вижу никакого крипера. Так, потому что он бум сделал, он взорвался, понимаешь? Прибежал с динамитом и взорвался. Все хорошо.
Горячий лав, сильно. Все, не мешай мне. Подожди, то есть ты не веришь в существование криперов в Майнкрафте? Не верю, но они только ночью бывают, ты мне сам говорил, что ночью вылазят, там вот эти вот всякие, вот эти вот ваши, вот это вот все. А днем такого не бывает. Я продолжаю строить дом. Вы же слышали то, что там звук крипера был. В смысле, он тебя... Мне нужно покушать. Тебе нужно покушать. Кушай яблочко. Правая кнопка, я тебе учил, потому что правой кнопкой кушать. Не бить яблоком воздух, а кушать правой кнопкой. Я правой кнопкой. Это левая, вот. Ночь, я сказал. Вот, и сейчас тебе... Еще покушать. Куда? У тебя уже на максимуме все. Где на максимуме? Вот, у тебя тут голод. А сердечки как раз? А сердечки восстанавливаются, вот, постепенно. Кать, тебе нужно стены делать. Продолжи вот тут еще хотя бы одну линию поставь. Последний, вот, давай, давай. Вот, так, Кать, вот, да, всё, правда, за, молодец, какой молодец, теперь стены, давай досками, да, давай, оп, правая кнопка, Кать, у тебя есть правая кнопка, давай. Мне кажется, это узко слишком. Да хотя бы вот так, вот, да, туда иди. Так, ну все. Покушай, Кать, покушай, потому что... Опа, мяч, мяч, второй слот, Кать, давай! Отбивайся, давай, Кать, быстро! Кать, как я тебя учил, как я ничего не боюсь, я ничего не боюсь. Ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся. Там два крипера, давай отбивайся от крипера. Собаки, а сутулые. Кать, они взрываются. Покушай, покушай, чтобы восстановить сердечки, покушай. Так, ну пошли, я ничего не боюсь. Кать, только они взрываются, я тебя предупредил. Убегай, твою мать, как... Тебе сейчас нужно это все будет залатать, потому что тут ямка небольшая. Но там еще один. А что мне с ними сделать? Ударить, отбежать. Там твой дом, не взорви дом. Ударить, отбежать, а не ударить и смотреть-ка. Построй стены, давай. Раз, два, быстренько. Раз, два, три, оп. Два, три, четыре. Давай быстренько на второй. Оп, оп, оп. Оп, ночная вылазка. Смотри. Чао! Выбегай на улицу, ты забыла верстак на спавне. Только покушай сначала, потому что если тебя сожрут, жопу откусят и не спросят. Я забыла вот верстак. Туда, да, вот туда. Налево, налево, налево. Покушай, Кать, покушай. Беги прямо, прямо, прямо. Два раза как на... Это был? Два раза на W, чтобы быстро бегать. Так, вправую, туда, направо, вот. Ломай верстак и уматывай нахрен, давай, давай, домой, забирай, забирай, забери верстак! Да, слева, слева! Кать, во-во-во-во-во! И к чертовой бабушке домой! Давай, домой, домой! Нет, Кать. Топографический кретинизм, да? Именно он. Именно он. Давай, залезай, опа, ставь верстак, зайди в инвентарь, Возьми верстак, нажми, нет, не верстак, вот, и помести его куда-то там. Не выкинь! Нажми. Твою мать! Берешь верстак, ставишь его вот сюда. Ядрёна мать, ставишь его куда-то в угол. Опа! Смотри, залезай в верстак. Не на верстак залезай, а внутрь верстака зайди, ядрёна мать. Зайди в верстак. Войди в него. Верстак, а не инвентарь. Нажми. Кать. Правой кнопкой, пожалуйста. Ради. Возьми доски. Выше, выше. Чуть правее. В самом низу. И левее. Все. Поставь доски в инвентарь. И возьми. И поставь. И возьми двери. Двери. У тебя скрафтились двери. И ставь на четвертый слот. Все, зашмись. Выходи и дверьки поставь. Вот, вот, вот. Дождик пошел! Дождик пошел. Нет, правой кнопкой, правой кнопкой. Во, все. Фу. Все, ну, монстры как бы тебе уже не угроза. Ладно, Кать, на самом деле нужно достроить стену. Да, молодец, достраивай стену, потому что, ну, башкенция как бы промокнет, простудится и будет не очень хорошо. Давай. Смотри, ты смотри, Кать, ты уже быстрая, Кать. И вот сюда поставь. Вот сюда. Нет, нет, не, на двери. Вот, вот, вот. А, давай, бери булыжник и ставь. Вот, не-не-не, вот, вот сюда просто, да, вот сюда. Да. Правой кнопкой. А, слезь вниз и давай заполняй все, да, опа, опа, оп, оп. Чуть правее, вот туда, туда и по центру. Умничка, первый дом в
Майнсруфте! Катя, ты справилась. Ладно, Катя, сейчас я предлагаю... Да подожди, подожди, я дом построю. Ну? Все. Где моя булочка? Все, дом готов. Ну сейчас, подожди, я же тебе мороженку дал в прошлый раз. Ну сейчас. Все, я дом построила, я убила несколько этих чужих. Зомби, да. Да. Все, можно уже как бы заканчивать. Ну да. Ладно, ну на самом деле, да, ролик уже длинный получился, поэтому мы будем заканчивать. Видишь, что там на улице да, зомби вижу. Гуляет? Какашка. Я опять смотрю. Ладно, я предлагаю на этом уже закончить эту серию. И если вы хотите, чтобы вышла еще одна серия с Катеридзе, то что нужно сделать? Айкусики ставить. Айкусики поставить. Если мы наберем так же много лайков, как на прошлой серии, хотя бы минимум 30 тысяч, то я обещаю то, что мы сразу же пойдем и запишем еще одну серию. Я обещаю, хорошо. Я то, что в следующей серии я все же тебе сделаю скин Кати, а не скин Эдисона. Да, кстати, он обещал, помню. Да, я обещал, поэтому, ну, давайте как можно быстрее наберем лайки, чтобы я Кате уже наконец-то сделал скин. В общем, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики со мной, с Катей, и также наши стримчанские вместе. Мы также там иногда стримим. Я вам скажу огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.